же Алекс. Мы увидели, он не приехал. В смысле, когда мы побежали. Я люблю тебя, солнышко. Я тоже. Я буду бежать. Лера, он мне реально от тебя будет. А нам не разрешено, я хотела ну, ехать ладно. Специалист. А ты можешь поспеть, как ты сидишь? Я не знаю, как ты. А, ну, наверное, а, снеговик, это же можно снеговик? Да. Да? Я понял, но хочешь выйти, тогда напишешь. Сомневаюсь, что твой уголок поместится. Не поставь где-нибудь в воздухе, я не знаю. Там, кстати, прибраться надо в моем уголке, там вообще бардак такой. Я понял. Нет, не то, возьму акцию. Вообще нет. Слушай, а тебе не нужна такая, она, понимаешь, как? Единственное, они закрывают, и там живет такой. Туда можно ложить, ну, какие-нибудь маленькие детали, там, что-нибудь такое. А, в смысле, что ты мне предлагал? Раньше-то была как бы подставка для телефона, но у меня телефон так стал больше, она, и телефон не помечает. Ну, я понятно, но мне тоже... Даже вот такой не помечает. Ну, я понял тебя. Если хочешь, могу отдать. Да ладно, не надо. Не пальцем. О, ты Брилёва, что ли? Брилёва, да. Я почему ее знала? Потому что это торговый центр для сна. Понятно. А обратно как? Он поедет через там Липецкую улицу. Обратно. А я когда еду до метро? Ну, я вместе поеду туда, на том автобусе, который едет до метро.
Или может она на автобусе экспрессе съесть, там 902 поезд. Ты не хочешь? А? Ты не хочешь? Да нет, сейчас мне неудобно. Как посмотреть и снимать это? Я не могу все это. Да мне не без разницы, знаешь. А ты вчера прикинь, дохожу в Викс и купила не то, что надо. Ну, внимательно, значит, надо быть. Чё ж ты так? Что ты говоришь? Я говорю, внимательно, значит, надо быть. Чё ж ты так? А понимаешь, как вроде я купила обед правильно. Что дома, он сладкий. Морковка, короче, сладкая. Ну, надо, значит, говорю, надо было смотреть содержимое. Чё ж ты так? Ну, да. Следующая наша. Что ты говоришь? Я говорю, следующая наша будет. А, хорошо. Чтобы ты, ну, ты знала. Посмотрим, давай еще. Хорошо? Да, ты тогда это напишу, снимаешь. Пиши, если что. Конечно. Ну все. Ну что там? Да все, сейчас уже подъедем. А сколько уже время? Уже 6. Ну, хватит, надо, да. Вот сейчас не обижайся, только надо. Сейчас быстренько все и домой потом. Да, хорошо.